Добро пожаловать на канал. В этом видео мы расскажем вам о аккумуляторной эксцентриковой шлифмашине Ryobi R18RS. Данная модель уже заслужила доверие и положительную оценку от покупателей, а в описании под видео вы найдете ссылку на магазин. Аккумуляторная эксцентриковая шлифмашина Ryobi R18RS – это удобный инструмент для шлифования. Ее особенности включают в себя: частота вращения диска составляет 10 000 оборотов в минуту, что обеспечивает эффективное шлифование различных поверхностей. Регулировка частоты вращения позволяет настраивать скорость работы инструмента в соответствии с требованиями конкретной задачи. Встроенный пылесборник снижает количество пыли и опилок в воздухе, обеспечивая более чистое и безопасное рабочее место. Функция защиты от перегрузок помогает предотвратить повреждение инструмента при интенсивной работе или при встрече с препятствием в процессе шлифования. Рукоятки с резиновым покрытием для комфортного и надежного хвата. Диаметр диска 125 мм. Крепление на липучке. Вес шлифмашины 1 кг 200 грамм. Эта модель шлифмашины Ryobi отличается простотой использования, удобством в работе и надежной защитой от перегрузок, что делает ее отличным выбором для шлифовальных задач. Спасибо за просмотр и не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых обзоров на полезные инструменты.